Всем привет! И сегодня мы уже на МТЗ. Из-за того, что у нас уже часть техники перецеплена под посевную, и уже... А еще не закончили уборочную. Поэтому часть техники уже стоит с прицепным для посева, для обработки земли. И вот выкручиваемся, чем можем, чтобы забирать зерно с поля. Так что сегодня вот отвозим зерно на МТЗ. Просто не будем полную телегу грузить. Для МТЗ эта телега будет тяжеловата, если полная. Так вот довольствуемся, чем есть. Все равно это ненадолго. Осталось, наверное, на пару дней, и все, будет закончено. Вот такие дела. Кстати, вот такой у нас сегодня обед. Картошечка с мясом и салатиком. Все, всем приятного аппетита. И мне тоже. Надо пообедать. Это мне еще и фуру зерном загружать сегодня. Ну вот мы фуру загрузили. Оборвалась еще навеска, подварили. И летим в поле за телегой, за зерном. Не успеваю.
МТЗ на 9-й повышенный вылетает в эту гору. Вот груженный. Все. Груженный только тогда на 6-й, на 8-й какой. Пониженный. Ну, я имею в виду вот на этом рычаге. Очередная небольшая поляна. Сейчас остались вот такие. Иду убирать надо. А, ну еще у нас остался летний рапс. Там еще тоже порядочно помолотить. Блин, наверное, я сейчас стал, буду ему мешать. Ну ладно, ничего, если что, развернется. Ну, возможно, на сегодня и все. Но это еще не точно. Сейчас выгрузится, и я поеду на отгрузку. Ну вот мы и заканчиваем молотить пшеницу. Летнюю. И останется летний рапс еще смолотить. Сегодня очень хотим добить пшеницу. Остались такие небольшие кусочки. Переезда больше, чем молотить. Но я думаю, сегодня уже закончим. С пшеницей останется только рапс. Такие горы зерна у нас, ну как у нас на работе, большие. И вот меня начальник попросил вот этот угол зачистить под метелку, и как всегда МТЗ работает в работе. Сейчас мы им отчерпаем, что можно, ковшиком, остальное будем лопатой догружать, метлой выметать. Тут немного МТЗ
Я сегодня его даже подул, почистил, продул радиатор, фильтра. Кабину почистил ему, продул воздухом. То было все в пыли. Ну, уже сейчас после зерна опять пыли наберется. Но уже не так. Можно будет еще продуть. Ну, приступаем к работе. Мы тут прибрались нелегкими телодвижениями при помощи МТЗ, лопаты ручной и щетки. Все, навели здесь в углу порядок. Все чистенько, аккуратненько. Ух, ну что ж, поедем дальше. Мне еще надо... Наверное, сейчас приедет машина удобрения выгрузить. И все на МТЗ.